Это цех по подготовке пресс-форм к работе. Это сегментная пресс-форма немецкого производства. Сейчас нужно заменить сегменты с одного размера, с размера 800 на размер 700. Они на 10 сантиметров меньше по высоте. Вот они составляются в ящике, эти сегменты. А другие выставляются. Вот так. Вот крышки верхние, нижние, пресс-формы. Это обычные пресс-формы, сегментарные. Вот это две сегментарные, вот верхние сегментарные. Вот сегментарные, вот сегментарные, вот сегментарные. Вот сегментарные, да. Обычные, сегментарные, сегментарные, сегментарные. Тут доски с размерами. Вот это вот устройство называется бладер. Он устанавливается в пресс-форму, это без верхних лентов. Когда подается пар, это не разных размеров, для каждой шины свой. Это кольца бладеров. Вот сколько размеров шин бывает. Вот с этой стороны. Наш местный кот рыжик.